Ты в эфирном пространстве? Да. Хорошо. На счет три найди в эфирном пространстве свое эфирное тело. Вика. Один, два, три. Так, я себя вижу, и я вижу, что у меня под ногами как такая черная энергия. Сейчас я посмотрю. Ну, не прям так под ногами, ну вот так передо мной. И такая полоса от сектора магии к сектору интерферентов. Такая, что вот так как раз и штуки такие на глаза, закрывать глаза. И что интересно, и такие вот как наушники в ушки. Вот придурки. Хорошо. Так, приказывай хозяину всей этой конструкции появиться на нашем рабочем столе. На счет три ты увидишь, кто это. Один, два, три. Я вижу, что из сектора магии вот взлетает какая-то потрепанная птица, приказывая ей принять форму в соответствии с ее ДНК. Выползает какая-то черная фигура. Я приказываю ей принять форму с ее эфирным ДНК В соответствии. и назвать ее имя. Угадай с 3 раз. Марина. И держит этого белого дракона в руках, как курицу. Так. Это она, как бы, наверное, хотела этого дракона нам засунуть. Я ей приказываю говорить. Так, очищаю все пространство. Хорошо. Вот, выхожу от этих. Запрещаю переброс кармы. Да, запрещаю переброс кармы. Замораживаю ее там. Хорошо. И приказывай отвечать. Что она делает в твоем пространстве? Я вижу, как ее эти энергии все, она как захлебывается в них, как будто бы она под водой захлебывается. И говорит, что перебросить. И я вижу, что от нее тянется такой черный, такая черная штука. Сектор к первоисточнику. Такой шлейф черный. Так. Так, потяни за этот шлейф, вытаскивай на наш рабочий стол то, что там находится на другом конце. На счет три ты увидишь, что это. Один, два, три. Вытянулось какое-то черное яйцо. Так. Считай информацию, что это за яйцо. Я его вот так по половине чем-то распилила. Хорошо. И оно вот так вот как искусственное, как какая-то конструкция, вот так отъехала, даже звук услышала. Так вот разъехалась. Одна половина в сектор магии, а другая в сектор интерферента. И там всплывает. Ух ты! А там какая-то как голограмма, вот этот белый дракон. Так. В таком еще как бы как свечение, вот такое, как шарик. Так. Продолговатое чуть-чуть. И вот эта программа, этот дракон, белый дракончик. И тянется под ключка в сектор интерферентов. И я приказываю появиться хозяину этого дракончика. Вот. Ага, Значит, видишь? ничего не получится. Оторвано все. То есть не подключено. То есть этот эгрегор не подключен к источнику.
Ну правильно, они же ушли еще полгода, их Илья погонял тут. Хорошо. Тогда я хочу этот грязь замочить. Хорошо, я тебя вижу. Ты вот так вот взял. Я хочу считать, что это за эгрегор. Я вижу, что острие твоего меча. Я прямо считываю кладенец. И это эгрегор. Магии. Магия и ложь. Все в одном. Вернее сказать, магия лжи. Потому что или ложная магия, это одно и то же. Ну правильно, потому что в нашей вселенной магия естественная. Она безритуальная. Она работает, когда чистый человек, образно говоря, заказывает себе желание, которое в гармонии с нашей вселенной, и все, и оно работает все само собой. А вот это ложная магия или лживая, вот, ложная магия считывается, и ложь магическая, вся ложь магическая, это тоже правильно, потому что когда люди настраиваются на ложь, когда они ее не отрицают, а принимают, они замагичиваются. Они становятся заколдованными. И я хочу сейчас, я вижу, вот, что я вынимаю эти конструкции. Вот импланты, они просто выстраиваются. То есть вся конструкция, я приказываю всей конструкции взаимодействия с другими вот этого эгрегора и в человеческом теле, и вообще все конструкции выстроиться на нашем рабочем столе. Так, на счет три ты увидишь все эти конструкции. Один, два, три. Первое стоит, это вот эта конструкция магнит для лжи. Так. Она находится в человеческом теле вот с правой стороны, как такая пластинка магнитная, и выходит через глаза. Мы их видели уже много раз, только мы еще не докапывались, что это. Вот. И это оно сразу как бы работает так, что оно как такое зрение об это самое и выискивает буквально в эфирном пространстве вот эти энергии лжи и магии. И когда есть выбор, вот эта программа ведущая просто выбирает ложь и магию. Ясно. Ну, Так. вообще-то магию, ложную магию, скажем Хорошо. Второй имплант какой ты видишь? так. Второй я вижу вот эта шишковидная железа, и вот это, оно такое круглое, как яйцо, с этими вот все такое мерцающее. Это оно идет вот, продевает. Седьмая, шестая, и выходит через четвертую, в центре еще в четвертой чакре, связана с энергиями любви, то есть это любовь к лжи. Так. Ясно. Третий смотришь. А третье, вот так оно идет как-то с левой стороны. Просто затемнение. Там как энергии подавленности. Это как общее эмоциональное настроение, вот это противоположность радости. То есть грусть, печаль. О, печальки вот эти, девичьи печальки. Это Ясно. как тоже
третья составляющая, и оно собой представляет это как этот ложный, как трехлистник. Хорошо. И здесь этот цветочек расходится тоже в сектор, подключка уже возле, ну вот это идет при смычка, и как одна ножка в сектор интерферентов, то есть уходит оно куда, с чем оно связано. Вот, под центральная ножка это программа, это вот эти все методики NLP, также техномагия, технические вот эти эфирные, используется наш родной эфир для передачи магических воздействий по эфиру, по этим нитям эфирным, по нашим естественным связям друг с другом. Так, а третья ножка этого цветика, семицветика. А здесь, да, семь вот это. А здесь выходит, мне приходит человеческая сущность. То есть аватар человеческий, через который, то есть это люди, маги, эзотерики и разного рода насильники, которые пропускают сквозь себя эти магические энергии. Ну, одним словом, колдуны, лгуны, то есть любой человек, который лжет, который магичит, который занимается ложными какими-то продвижения ложных идей, знаний и учений якобы демонических, они все появляются вот в секторе магии. И это Хорошо. как раз я вижу, что это и есть образ этого дракона. Вот эти цветочек, это его вот крылья. Вот, он такой весь растрепанный, знаешь. Вот, голова, какие-то перья. Вот эти лапы какие-то тоже, вот это перья, все вот такое. Так, и центр, ядро программы. Ядро. Что является ядром? Просто эти черные энергии антимира. И я вижу эту Марину, и у нее вот эти энергии, язык черный, и он как бы совпадает, то есть сливается с этой энергией черной, которая является ядром. И там сквозь эту черную энергию сейчас я вижу такой какой-то еще есть штучка, как горошинка какая-то. И так переливается. Так, что это за горошинка? А я слышу, что это души. Я говорю, чтобы... Так. О, Марина показывает, что это там ее душа. Души всех колдунов. Так. Души всех колдунов, ясно. Они вот так вот переливаются, вот эта черная энергия, она в перемешку с этими белыми. И это символ, вот это инь и янь. Он тоже берет начало отсюда. Он как бы прототип
То есть он показывает фактически, что это магия светлых душ, которые захвачены черными энергиями. Так, все ясно. Хорошо. Выбрасывайте все импланты из своего пространства. Ну, я их вот уже выставила, да? Также я распространяю информацию во Вселенную, чтобы каждая живая душа просмотрела и отказалась от присутствия в своем теле этих имплантов, и отказалась и выбросила их, отправила туда, кому они на самом деле принадлежат. То есть убрали вот это, отдали свои все крючки и зацепки таким образом. И вернули это все в этот эгрегор, в этот символ зла. Так, на счет три это произойдет. Один, два, три. Да, я вижу, что это произошло. Множество душ это сделали, те, которые услышали. И это начинается вот как карма. Образовался это вот как черный такой шар, который начинает вот двигаться вот так вот. А ты стоишь и это этим мечом все удерживаешь. Так. Сейчас я хочу разобраться с этими душами, что делать нужно. Может отделить человеческое от нечеловеческого? Да. Давай, отделяю человеческое от нечеловеческое, человеческое, все, что есть на суд первоисточника Вселенной, нечеловеческое на уничтожение. Я говорю, вот я вижу, как образовался такой светящийся, как сетка, которая захватила, забрала, души из этого эгрегора и забрала души с, то есть с этого символа, и ушли души, человеческие души с эгрегора этого, отделились, и вот эта сетка забрала к первоисточнику. Хорошо. А вот эти, это все начинает вот так. Растлеваем это все, собираем, вот, призываем силы кармы. Образовывается огромный шар, который, он огромный, но силы в нем нет. И он сдувается. И отправляем все на вечное уничтожение, на аннигиляцию, на полную аннигиляцию. Хорошо, на счет три это произойдет. Один, два, три. И все так. Пух. Хорошо. Я Так. поднимаюсь, и мы с тобой так вот чух, руками. Вдвоем Сделано. поднимаемся, сделано. Чистим это все пространство, отправляем портал на аннигиляцию, все остаточные явления. Я приказываю, ну, уже некому приказывать. Сейчас я Да. смотрю. Так, ты сейчас посмотри на свое эфирное тело, опиши, как оно выглядит. Не осталось ли там еще чего-то, не принадлежащего тебе? Ну, я хочу сейчас еще проверить. Я даю задание моей душе, моему подсознанию. Я вижу сейчас, что происходит соединение, с моим высшим я и с моим духом. Очистить все мое физическое, эфирное все тела и воссоединиться всем моим духовным телам и обрести целостность. Я полностью убираю из своего пространства все то, что не принадлежит нашей Вселенной, все то, что не соответствует моему первородному, первозданному, чистейшему ДНК, эталонному,
А эталон Угу. находится в душе первоисточника. Вот все, что этому не соответствует, я выталкиваю из моего пространства. Так, на счет три ты это сделаешь. 1, 2, 3. Да, я запускаю процессы омоложения, процессы вечной жизни, молодости, красоты, достатка и полной гармонии с нашей Вселенной. Происходят чудесные чудеса. Я прямо не чувствую своего тела, как будто бы я полностью растворяюсь. Хорошо, но давай пока не полностью, у нас еще есть чем заняться. Так, хорошо, сейчас ты свободна, да? Да. Хорошо. Отсоединись от своего эфирного тела. На счет три найди в эфирном пространстве мое эфирное тело Тарас. 1, 2, 3. Я вижу, что конструкция та же самая. Но я как бы Угу. зашла в тот момент, с которого мы начали, Да. чтобы все это как бы сделать. Да. Я выбрасываю из своего эфирного тела все эти импланты. Так, выставляй вот первый имплант, потому что этих энергий они уже все растаяли. Вот Угу. этот вытаскивай. То есть он растворяется. То есть не нужно уже никуда ничего выбрасывать, ничего нет. Просто нужно от этого отказаться. Вот, наконец-то, прекрасный момент. Смотри, ты просто вытаскиваешь и отказываешься. Отказывайся. Ты вытаскиваешь вот этот имплант. Это антенна на ложь и магию. И оно выходит и сразу вот так и растворяется. Выталкивай. Хорошо. Я хочу отказаться от всего, что было связано с этим символом, этим эгрегором. На счет три я это сделаю. 1, 2, 3. Я вижу, что центр этого всего находится в сердечной чакре. Ты отказываешься, потому что любовь к первоисточнику, любовь к гармонии нашей Вселенной, она буквально выталкивает эти все чужеродные энергии, программы. И я вижу, как оно все растворяется. И тоже происходит вот это соединение с Высшим Я и с Духом. И я вижу, как эти энергии Марины, они такие серенькие, вот. Все растворяются, все уходит. Оно растворяется, наше все. Вот, это фрактальная энергия нашей Вселенной буквально растворяет это все. То есть любовь буквально главная, самая высоковибрационная энергия, любовь нашей Вселенной, она буквально уничтожает и превращает в ничто вот эти черные энергии. Хорошо. Так, посмотри сейчас на мое эфирное тело, опиши, как оно сейчас выглядит. Ну, сейчас я вижу, что мы как бы идем вот по направлению к первоисточнику. И какие бы мы светлые вот ни были изнутри, вместе с нашим воплощением, с нашими телами, мы довольно серенькие, скажу тебе. То есть, как говорится, совершенству нет предела. Ну да. Я вижу, как я вот с этой стороны, а ты вот с этой стороны. И ты несешь этот меч. Вот, а я такая какая-то светящаяся, а ты такой серенький. И даешь этот серый меч. И оно мне считывается, что ты как будто бы был опоганен этой миссией. И принимается этот меч.
И как этот меч уходит от тебя, ты моментально выходишь с этого серого состояния, так шух, и все, и мы очутились снова здесь. И ты весь сияешь, чистый. Хорошо, миссия выполнена. Да, и оно прямо как будто бы прозвучало, слышу. Некоторые там пишут в комментариях, о, что это такое, якобы. Так я в эфирном пространстве, люди, в программе, представьте себе, вы зашли в программу, которую написал программист. Где эта программа есть? Вы что, ушами слышите? Я же не ушами слышу. Пишут, зачем Вике наушники? Чтобы ушами ничего не слушать, кроме твоего голоса. Вот. Так. Что ты видишь сейчас? Я услышала, что ты очищен. Хорошо. Так, хорошо. Тогда на данный момент наше задание выполнено. Да. Хорошо. Отсоединись от всех и от всего. Проверяй пространство, вокруг себя все ли чисто. Все чисто. Будем выходить. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. 1, 2, 3.